На Курской кондитерской фабрике «Конти Рус» открылась новая линия производства. Ассортимент пополнят торты и пирожные из мягкого бисквита с фруктовыми, ягодными и шоколадными начинками. Общая сумма инвестиций составила более 180 миллионов рублей. На торжественном открытии побывал губернатор Александр Михайлов. На кондитерской фабрике, как в сказке, здесь кажется сам воздух сладкий. Куда ни взгляни, везде любимые конфеты и печенье. Теперь к ним добавились и бисквитные торты. Новая линия «Конти Рус» появилась благодаря сотрудничеству не только с европейцами, но и китайскими предприятиями. Это позволило сократить время реализации проекта с 1,5 лет до 9 месяцев. Кондитеры ждали запуска, как рождения ребенка. Это очередной шаг к импортозамещению, а также новый, качественный и, главное, недорогой продукт на российском рынке. Сырье от отечественных производителей. Это мука идет российская, естественно, сахар российский, меланж яичный тоже российский. То есть, в принципе, 90% идут российские. Мы генно модифицированные, вообще не используем продукты. Ассортимент кондитерской фабрики состоит из более 100 наименований. Изящество вкуса конфеты «Сфера» или неповторимость «Амура» с удивительной начинкой и цельным орехом. И, конечно, новые бисквитные торты, рулеты, пирожные под брендом «Тимми», выпускаемые на новой линии. Без всякого сомнения, эти высококачественные продукты с изображением Мишки-супергероя «Тимми» понравятся детям. Я знаю, что эта продукция у них всегда качественная. А то, что сегодня вот линия бисквитная, очень хорошая продукция и очень высокого качества. «Конти Рус» – один из крупнейших налогоплательщиков региона. В прошлом году отчисления в областную казну составили 478 миллионов рублей. Курские конфеты сейчас закупают страны СНГ, Монголия, страны Европы, Южной Америки. В 2015 году предприятие увеличило более чем на 10% долю экспорта в Индию, Германию, Великобританию, Китай и США. В планах компании также расширение фирменной торговой сети в Курске. Денис Ломакин, Максим Леонов, телеканал «Сейм».